Добрый день, меня зовут Рябков Марк Александрович. Я являюсь директором проектов группы компании ФСК. И жилой комплекс «Скандинавский» является одним из моих проектов. В жилом комплексе «Скандинавском» у нас строится два жилых дома, 6 и 7 корпус, детское дошкольное учреждение и средняя образовательная школа. По жилым домам мы заканчиваем работы по вентилируемому фасаду, завершаем работы по остеклению алюминиевыми витражами, ведем внутреннюю отделку мест общественных пользований, завершаем работы по внутренним инженерным системам. Все внешние сети к дому подключены, и мы выходим на финишную прямую. По данным домам летом планируем начать итоговую проверку. По детскому дошкольному учреждению на следующей неделе мы начинаем итоговую проверку. Сейчас мы заканчиваем благоустройство, расставляем мебель и устраняем замечания эксплуатирующей компании. По средней образовательной школе мы завершаем работы по вентилируемому фасаду, в июне приступаем к благоустройству и внутренним инженерным системам и отделке. У нас все по плану.